Подсказывай, причина задержания. Причина задержания. Документ, удостоверяющий личность, с явными признаками подделки. То есть, соответственно, либо это лицо в розыске, ну и сам факт подделки документов, это преследуется законодательством Российской Федерации. Задержали данного гражданина. Сейчас вызываем сотрудников МВД и передаем данного гражданина сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства, выяснения личности и всех обстоятельств. Орбитый, я говорю, опять нештатная ситуация. Нападение на судью, требуется подкрепление. Прием. Понял, прием.